За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые вопиющие. Район детского парка. Водитель автобуса едет на запрещающий сигнал. За ним с чужой полосы то же самое повторяет и Рено Логан с оренбургскими номерами. Наш помощник Патрик недоволен. Уговаривать автохама пришлось пассажирам трамвая. Водитель перегородил дорогу на Осипова. Люди вышли на улицу и стали просить убрать газель. Сначала нарушитель заявил, что не может попасть в салон, затем, что фургон сломан. В итоге все-таки сел и уехал. Переезд на Пензенской. Снергей Тащи снял в заводском районе автохама, который, похоже, считает себя умнее остальных. Водитель нарушил на железнодорожном переезде. Встал на встречный и ждал, когда поднимется шлагбаум, чтобы успеть раньше всех. Ждем открытия. А вот здесь крутые ребята. Номер М-327АО. Андрей Петров провел небольшое расследование. Мужчина приехал с супругой на железнодорожный вокзал. Правда, припарковаться не смог, хотя место для инвалида быть должно. Горожанин просит патрульных навести порядок на этом участке. Никак это решить нельзя. Скорее всего, это автомобили таксистов, потому что водители сидят в машинах, им там тепло. А инвалид должен искать себе место и или нарушать, парковаться вторым рядом. Теперь нарушителями займутся автоинспекторы, и мы передали все материалы. Вместе с теми, что не попали в эфир. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Давайте бороться с автохамами вместе.